Турм. Вот. Она, мол, ведь будет молвина, кукла заводная, говорящая. Дура, сама дура. Нет, нет, погодите. У нее, наверное, завод кончился. Ту-ра-док. Вот, видите, она еще и танцевать может. Собрались в интернете, не выгонишь никак. Все плюшевые мишки, и белочки, и книжки, и прочие излишки попали на чердак. Но куклу настоящую, большую говорящую, купить принцессе надо ведь, чтоб девочку порадовать. Эй! Та-ля-ли-та-ра-бам, та-ля-ли-та-ра-бам, та-ля-ли-та-ра-бам. Но лучше все иначе, не нужен Тане мяч. Ромик, ты не плачь, ведь хороший не тот. Но бабе или ваше, любых айфонов крашу. И эта кукла наша утешит дурандон. Но кукла настоящая, большая, говорящая. И глазки закрываются, и юбки развиваются. Ну вот, Ваше Величество, Ваше Высочество, простите, пожалуйста. Да. Видите, я ее даром вам отдаю, можно сказать, безвозмездно. Опоздал, дорогой. Как? Неужели? Что вы уже купили? Когда? А лет 15 назад выросла девочка. Ну, вы знаете... Жениха еще. Вы знаете, а не хотите приобрести эту куклу впрок? Знаете, женихи там пойдут, потом свадьба, а потом детки. Вот кукла и пригодится. А я вам такую хорошую скидку дам. Знаете что, дорогой, не пошли бы вы со своим маркетингом? Вон девочку не повеселили, видите, она скучает. Идите отсюда, идите, идите. Ваше Величество, а краля у вас сильно балованная. Иди уже, пока палача не позвали. О, женщина. Резиновая. А как настоящая. Такси! Такси!